Путешествие ансамбля «Виарика» продолжается. Артисты уже в Испании, в курортном городе Росос. Побывали на море, провели мастер-класс. Всех желающих учили танцам народов Приднестровья. Перед Испанией заехали во Францию. Накануне выступили в городе Кармо. Участвовали в параде вот с такими передвижными платформами. Птицы, пальмы, огромный бык – все из гофрированной цветной бумаги. После готовились к концерту. Вот артисты в гримерной. Пока мальчики отдыхают, девочкам приходится гораздо сложнее, потому что им приходится бесконечно краситься, 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 краситься и краситься. Но Виктория, видимо, у нас не накрасилась. Она самая красивая. Поэтому она просто отдыхает. Зал на 1000 человек. Исполняли молдавскую кадру и фламенко на цыганский манер. А еще пели. Впереди у «Виарики» концерты в Испании. Фестиваль-турне до конца августа.